Когда мы взрослеем, наши расходы увеличиваются не в разы, а на порядок. То есть десятки раз получается, да? В разы это разы, на порядок это. Если я студентом жил, допустим, на энную сумму, сейчас мне надо 100 раз. Куда? 100 раз нет, как студент. 1000 раз больше. У меня дети, у меня внуки, у меня совершенно там. Конечно, больше требуется для поддержания здоровья. Ты знаешь, чтобы один зуб поставить, сколько стоит, да? Для примера, а без зубов нельзя ходить. Если одного зуба нет, не дай бог у кого-то бывает. Все, с этим человеком никто не имеет. Одного зуба нет. Все. Я говорю, если одного зуба нет во рту, если даже она там, все, ты ни на что не можешь надеяться. Но это деньги. Я к чему? Подумайте, Елизавета, об этом. И мы сегодня собираемся, я говорю, ребята, я понятно, конечно, мне очень много увлечений, я бы, допустим, занимался, может быть. Может быть, я песни писал, на гитаре играл, но это мне не дает того дохода. Я вот с вами встречаюсь, потому что здесь очень много. Сейчас я YouTube-канал раскручиваю. И YouTube-канал на меня будет работать. Огромная индустрия на меня будет работать. Но миллиард долларов не сделает, но несколько десятков миллионов я на этом заработаю. Миллион книг продам. То есть не я, а чат GPT продаст, да? Вернее, чат GPT все это YouTube-канал продаст.